Так, чек на пул, дай баф по локу. Погнали. Просто бейте босса, можете тактики не соблюдать, посмотрю, кто не шарит. Бейте сначала НПЦ, видите, с 8 НПЦ в ледяных вспышках. Убейте их, НПЦ дают бафы. Такие лучики будут появляться в комнате. Если в эти лучики встать, то вы получаете баф плюс к скорости, к урону, криту и так далее. Черепок сбегайтесь. Ляпов, двигайся, у тебя уже 6 стаков. Постоянно двигайтесь во время боя, чтобы не набирать дебаф. Бегайтесь в черепок. На грозовую, в грозовую точку, видите, в мини-зону, сбегайтесь, получайте бафы. Бафы там к криту, к хосте и так далее. Так, сейчас будет вспышка ледяная. Отбежали от кругов вот этих белых, но недалеко, и забежали в снежный ком. Он аж там ушел. Так, 3-5 человек не забежало. Хорош. Короче, он на ФК или что там, бабл прожимайте, танчите. Макдак, ты тут еще? А, ты умер. Ты падаем тогда. А че ты умер, кстати? Как так? Ну там есть такие кулаки. На боссе показывается баф. Он начинает автоатакой слабее бить, и по 30 тысяч прибавляется урона льдом. В этот момент надо отдавать деф сильный. Все, давай, Макдак, спекайся, ДД, вот потанчишь. Я хилю Дорна такой, смотрю, что-то все умирают. Пеликер тут. Да встаньте вы в кучку к боссу, чтобы он не бегал. Это же полчаса сейчас будете сдыхать. Ура! Они убить хотя. Почти убили. Ну да, 52% нормально. Блять, что-то он не выйдется, какая-то хуйня. На диван похоже. Диван? Сейчас вроде убить глыбы должен. Сейчас бьет. Все. А там с диваном куку Вася стоит. Не знаю. На, его кикнем. На тотемы на его агрится. Куку Вася, ты тут? Да, тут я. Так сними диван. Беги, малышка, беги! Блять, как мы скучали по этой ульге, да? Да, я уже так... Ну, уже хочу собирать ее раньше. Еще до... Давай, Кукувася. Подними меня. Надо не вешать КД на всех чаров, да, сразу? Вторую пойдем следом, блядь. Лисимах, ты зайдешь? Куда портоваться? А похуй, куда-нибудь портуйся и похую. Просто портуйся. Пизда. Если не туда портанешься, то портанешься обратно.
обвалившуюся галерею, или как там она называется. Ну всегда самый нижний портал, чё сложно. Нет, нет, там самый нижний с кровоображением уже. Да похуй, в искру тоже порту, все заебись там тоже. Не забудь снежки наступить. Снежки наступить не забудь. Давай, Макдак, последний босс и уходит. Он с Сержела тоже уходит. Ничего страшного, доберем сейчас. Сержела, ты сейчас уходишь? Я просто возьму сразу человека. Чтобы время не тратить зря. И Гарри, блядь, ты гусь нахуй? Ебал звали. Я все ты дерзкий пацан, блядь. Танчи трэш Бат, этот сам, нахуй. И бежишь прямо по сугробам, по всем. Зачем ты это делаешь? Ну, спасибо, ребята. У тебя мозгов нету, блядь. Тут, блядь, зачем ты загрел трэш, Гарри? Блядь. Ну, ты слышал, что он сказал, блядь. Короче, пока. Специально по сугробам прибежали, да? Ну там один человек, ну. Не, ну стелс я прокатил, прошел. Меня прессы, главное, я остальных рессну. Нужно подойти поближе. Бля, не думал, что на этом боссе будут такие вайпы и на трэш. Так. Сманите, пожалуйста, здесь стоят мобы. Чего, это драгон, что ли? Нет, это пеппер. Вроде ты где там лежишь, я не могу тебя найти. А. Так, поставь шкаф, сейчас сманим всех, кого я взял. Поставь повороти шкаф, повороти давай. Так на шкаф нас просто убьем. Сейчас он на пул есть, танк будет прожиматься. Thank you.
Спасибо за сумму. Монти людей. Предварительный рейд не будет показано, кого брать следующие рейды или нет. Так, Джерилл, заходи кем-то. Смотришь на топовый рейд. Дим ДД нужен. Все, давайте бафаем все здесь. На бафы. Кулак по ДК дайте еще. Лапу обновите. Все, погнали. На полного войда. Следите вспышки сначала. Нормально. Кисик, подними Акишилу. Орляпов, подними Фрешблада. Дайте бафы пороги. Орляпов, подними Фрешблада в твоей пати. Да, на пула нет, короче. Отбегайтесь в грозовую тучу. Так, отбегайте от ледяной вспышки, видите белые кружочки, потом забегайте в ком. Забегайте сюда, в снежные комы, где босс стоит, быстрее, то вы заморозитесь, будете в ледяной вспышке. Ого, никто не заморозился даже. Прикольно. Отбегайтесь в лучики эти, получайте бафы. Пока, блин, за гроз следите, тут на пола нету. И у вас очень больше ДПС будет. Орляпов, ты тут? Сказал про... А, ты Брестон. Забегайте в снежные комы опять. Забежали быстрее. А, пацаны, вы не знаете тактика. Убивайте ледяные... Эти склепы с двух человек в рейде. Ух ты, Чива. Беги, опять ледяная вспышка. Забежали на границу с метками и забежали в ком опять, в снежный ком. Это еще изи мод был, блядь? А что, не успели по времени? Не. Ну, второго сундука нету. Не, так нет, они тут люди. Очень плохой навык игры. Хранитель. Давайте Торима в хм режиме убьем, пожалуйста. Шутишь? Ну, пошути о чем-то другом.
Давайте плюс 0 сделаем. А Dark Scar же ресали, я смотрю, он не встал. Так, нам двух мобов потанчить вместе в одной точке. Чего получил нормально. Слишком далеко. Да, че творим. Самое смешное, что осталось последнее на ключ колголун печать Торина. Такое. Посмотри на этот ряд и скажи, ты веришь в это? Но я могу в ДЦ спекнуться, там проживем на минуту две больше. Да, блин, Дарскара ФКша, ты его пока того. Никого брать даже вред. Осталось немного, ребята. Осталось 5 боссов. Я так понимаю, на йоге без смерти мы тоже делать не будем. Блин, я не смог тебя захилить. Ну, давайте точечный стан. Звездочки. Сэлли, подходи, мы здесь вайпнулись. Есть БР, поднимайте войды, если не КД. КД у них. Здорово. Да они контролятся, мобы станятся, замораживаются. Давайте. Я смотрю уже, да. Давайте звездочку добили. Повезло нам сейчас. Теперь эту звездочку. Скажите, из-за чего у Эршама может мана садиться, ну, на пачке из двух мобов? Чё он делает не так? Ой, да хилит. 70 уровень. Ну, я посмотрел, там пару шмоток на Энха, ну хуй знает. 6 команы, блядь. Пошел сегодня в Nexus 74-й протовар, блядь. Сука, это пиздец просто. Час там сидел. В одном Nexus, блядь. Я бегал в один. Давайте шкаф. Так, Сэдли, пойдешь со мной в комнату. Кто шарит в комнате, что делает? Плюсики. Новая Альпич со мной, Антихам со мной. Орляпов. Мы не будем запускать хэвы режим. Поэтому... Вот, те, кто плюсанул, пойдут со мной в комнату. Все остальные будете стоять в кружочке. В рестлер спекайся в протовара. Это Торима последний раз фиксили? Спору он или не Торима, никто не помнит. Что там не Торима? Там мы тут, да, что-то не были.
Ну и что там пофиксили? Ну-ка, давай. А там какой-то урон пофиксили. Стало хуже или лучше? По идее, не ваншотит. Жаль. Так, в зомбаке можешь спек носов демона, у нас по вроде решил уже не играть больше, он забил на игру. Вов, только что сейчас удалил персопси. Так что спекнись, пожалуйста, демона. Отлично, тогда без демона идем. ТД, поставь тогда этот тотем на СПД. Тотем гнева, как он там называется? Языка пламени. Какая-то херня, да, там, которая увеличивает СПД. Все, погнали. Недостаточно ярости. Классный рейд, мне нравится, минус 3. О, повороте зашел, отлично. Повороте, давай, беги, друг. Быстрее, давай. Давай, давай, давай. Ты можешь и есть демон. Червяк ушел. А это баг, наверное, новый какой-то. Все, короче, я запускаю рычаг. Сэдли, остаешься здесь. О, подожди, а не, Сэдли, со нами иди. Это ж вот остается там. Верно. Погнали битмобов. Не заходите пока в комнату. Так, давайте налево побежали. Так, теперь направо смещаемся. Так, спокойно. Налево смещаемся. Все налево ушли. Так, а там же стоим. Направо сместились. Ляпов, залей-ка иннер мне, Андриксу. Ляпов, давай, я верю в тебя, ты кинешь ободрение. Ух ты, ну, забей, точнее. Да все-таки бот забагался. Нерезко к ней этот не могу кинуть. Удаляй, хилбот — это самый худший домик в истории сервера. Ставь эксплором. Ничего никогда не багается. Кикай кого хочешь там, не знаю. Ничего не багается. Так, сейчас спустим босса. Кисик, это не ховар. Так, добивайте сначала трэш, бьете трэш, и я спулю босса. Так, я даю рост. Давайте все на рейндж выйдите.
Это типа по тактике, походу. Так. Тедли, забери босса, а то будет конец мира. Да подальше от босса встали. Лол, дамаги ни по кому не прошло. Ну а зачем она надо? Это дамага. Да. Да, ну вот, значит, пофиксили. Без ДЦ тут. Без ДЦ можно делать, короче, это чего даже не выходя на рейндж. Мда. Дайте им нам ману. Просто зерговый босс стал. Можно было хард мод делать. Не-не-не. Мод. Хотя да, ты прав, уже прав. Я не знаю, что ты таунт нажал. На мне вроде не было еще дебафа. Окишило, друг. Там ховар умирал уже на переход. Блин. И этот калагар тоже не так бьет, как раньше. Че толку от этого инста? Фантастика. Ваншотов новых танков. Раньше я не помню, то что Рима с первого трая проносили. Фантастика. Первая шмотка не персональная. Идем на Фрейю. Защитника. Волим. Опа. 8. Блин, не то отдал. Переборем. ТД, отдай пехотинцу там. Корону. Ролим это. У ТД это шапка, кинься в катрейт, ему он даст тебе. Так, сейчас самый сложный босс будет. Так, надо будет запустить всех хранителей. А у денег проходит нифига, да? Так а зачем оно надо? Ничего не проходит уже. О, опять этот баг с искрой воображения, смотрю. Так бы хуярили трэш там полчаса. На поезд закатались бы. Ну поезд, да, поезд охуенно тем. Слишком далеко. Давайте уничтожайте трэш. Распылите на ноль этот трэш. Выйдите только с грозета, умрете. Ладно, зачем вам ходить? Что никто умереть не может, блядь. Блин, он, наверное, пошутил. Зачем тебе делать армса? Я ему говорю, Армс, у тебя ее нет. О, 1-1. Хорош. Охуенно. Если сейчас они не забьют второй мяч, то Аргентина на свидание. Сэдди подстрахует трэш на всяких. Аргентина, Нигерия. Гору выше гор. Чё, зерги? Да, зергаем. Чек на пулы. Дарксар и сиски не хотят зергать. Уроды. У меня
Пулю. Да, давай. Дали под босса все. Сегодня босс играем. Дарксар куда-то вылетел опять, сиськи опыкашит. Нас выйдите с лучей. Блин, у нас может дамага не хватить. Просто-то нет. Мы валимся же. Так, стопайте каст, подождите, пока дрожание земли пройдет. Все, добивайте. Давай сакру. Прижми срезку. Ну что, это будет победа или нет? Победа. Бессмертие. Да уж. 21 человек таким рейдом хардмод. Сапоги. Держи, окишила. Спасибо. Пожалуйста. Как раз духа не хватало. Ларри алхимик. Тут инхлам выпал. Завоеватель опять выпал. Даритель. Все, идем на искру воображения. Так, Дарскар, короче, походу, досвидос. Снова. Алло, алло. Алло. Мне надо что-то дамажи там. Просто дамажи. Да, бей босс. Так суммоните, что ли? Сейчас присуммоните. Поставь шкаф, кстати. Залезь, поставь шкаф, присуммоните. А, вас некому суммонить? Да не, я сейчас поставлю. Так, сиськи, походу, все устал тоже и... А на комбо сколько осталось? 3 босса осталось. Бара. Так, наверное, сиськи тоже устал. Да не гуси какие-то. Дарскар просто вылетел, идем опять в 22, плохо. Рау, я здесь. Зайти. А кто это говорит? Да сиськи горит. Я только подошел, просто. Да я ж написал, что мне... Я ж написал, что мне надо минутку отойти. Плюс они волчат туда. Минутка, и там где-то 5 минут босса где-то, да? Да. Это где-то. Ты там просто здорово. Пацаны, а какие тенденции в развитии Индии? Что-то новое, может быть, будет? Ну да, Мишка танк появился, который танчит 70. Дестерлок Брэдди теперь востребован. Че это такое новенькое? Мутик в Брэдди тоже вчера убивал Редсока 2 спингер с нами. Что случилось? А че он спартанул сюда постебили-то? Начал он стоп. Сколько ты говоришь? Потому что вы тролли, походу. Было не нажимать кнопку. Бьем пока так, бегом. Да, Трися нажал, как обычно. Запись сейчас была? А есть у кого-то Frost DK? У нас... А, у нас же Энк есть, все нормально. Олег, когда пойдем пить пиво? Завтра, может, ну, или послезавтра, наверное. А ты куришь? Не. Мимирон да починили ли? Одна попытка так и осталась. Просто бей босса.
Стой в звезде. Тактика для... Да, думаю, нет. У нас просто БДК нет, наверное, поэтому и не будем. К сожалению. Чё ты говоришь, так, пожарник? Да не. Да давай уже завтра сделаем. ТД тоже АФКшит. Зачтем ему в минус 100 ЕП. Так. Давайте фулбаф парейду, чек на баф. Пистобаф, лап, интеллект. Милики, на первой фазе босс кастанет шоковой удар, вы это увидите, будет, будет кастовать, полоска скилла появится, вы отбегайте как можно дальше. Смотрим сейчас вашу реакцию, чек на пул. Все остальное просто зерк. А можно как-то заморозить ЕП на то время, пока будет отсутствовать? Да не, нельзя, такая тема не практикуется у нас. Забей, ЕП не главное, погнали. Пуляй босса. Это никому не надо. Потом тебе накину ЕП вечерком или утром, там, пока никто не видит. РДД, отбежали от босса. Сейчас будет шоковый удар. Отбежали от шокового удара, отбежали все, отбежали. Ууу, Рестлер, красава. Минус ЕП тебе. Рестлер, ты слышал, что я говорил вообще? ВРК? С таким, блин, не знаю, с такой реакцией тебе 25 гир нельзя. Ты там очень сильно устанешь. С такой реакцией на 10 детей уже. Да, 10 детей должно быть. А, на босса полагаю. Ну, это обычное состояние у большинства людей на этом сервере. Теперь, короче, ваша задача сейчас просто ставить звездочки. Босса будет обстрел. Такой скилл у него есть. Он наносит 100 тысяч урона в секунду. Если не спрятаться за, от этого обстрела, вы умрете. Не бегай по кругу. Поэтому просто стоим в звездочке. Ну, тогда я скажу, забежите в звезду там, например. Ой, только Альпич, выйди на рейндж, слови красную метку, пожалуйста. Да я уже на рейндж. Успеем. Успеем варкнуться, ты говоришь, да? Сколько секунд еще? 9, 8. Ставлю звезду. Так, все звезды забежали в звезду. Забежали, забежали, спрятались. Видите, вот это обстрел. Если не прятаться от него, вы умираете. Короче, это когда вот активируется вот эта вот херня туловища, да, 40 секунд с момента активации, и начинается этот обстрел. Понял. Так, теперь третья фаза, вся надежда на РДД. Видите, в воздухе вертолетик. Надо его сбить. Головы Виберона, блядь. Они как у кулера со звук, блядь. Ну, а то у него и ник Гулерс. Надо было голова Виверона, блядь. Ник делать. Ой, сейчас вертолетик умрет и начнется последняя фаза. Давайте, милики, будете бить. Тело и низ. Иначе сами видите все. РДД, тело и вверх. Пашку вот эту. Сейчас босс соединится в три части, которые мы били ранее. Видите, вот сейчас танк подъехал. Это низ. Тело — это середина. Башка — это вверх.
Если конструктор сложит такой, превратится в большого босса. Правномерно надо просто подбить все части тела и убить его. Блядь, то одна из, одно, а то одна из частей тела восстановится на фул хп. Сейчас тут обстрел пережить и все. Ну если он будет, конечно. Так, башку стопайте, РДД, бейте низ и тело. Повороте, метка, 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 повороте. Повороте, у меня умирает смертью храбрых. Так, сейчас будет обстрел, смотрите. Забежали в звезду, забежали, спрятались. Сова, до свидания. Ого, повезло. Сова выжил. Так, добейте там башку еще 100к и все. Повороте и просто получать сегодня премию Дарвина. Так, все, осталось два самых сложных босса. Или легких. Смотри, как... Смотри, какая ты не упала, нахуй упала Дима. Давайте осколок. Ему надо осколок. Вули Тимс побеждает в конкурсе. Тебе осколок не даст, а ты лок. Бля. Сколько могут собирать только шаманы, друиды, паладины и жрецы? Я перепродать просто хотел. Да и вот и перепродать нельзя. Так, покорите. Чё за канал? Мольба Пандоры. Давайте посмотрим, кому оно надо. Ну хули. Давай посмотрим, кто рулит на хули пала. Давайте резче прокрутить, времени мало. Еще раз да. Надо убить. Фрешблот писал, что рулит на хила. Сиски тоже, но фрешблот выше по рому. ГЦ тебя. Оп. Что ты говоришь, Заливин? Что время идет. Да, давай тогда ускоримся ради тебя. В обвалившейся галерее портаемся все. Портаемся. Портаемся, да. Да, надо хранители запустить, не забыть. Идите пока бейте трэш, а я запущу хранители. Кисель умер смертью храбрых. Блин, у Мимирона трэш. Давайте тогда Мимирона не запустим. А что Мимирон регенерирует? Урон. Урон? А, ну пофиг. Урон все дают. Ну, а Фрея дает реген стаков, да? Фрея реген стаков, Хадзир дает заморозку перед смертью. Ну все, забей его туда. Пускай Мимирон останется. Плюс один сделаем. Можно в незаметность. Мы же топ рейд, давайте плюс один сделаем. Вдруг получится. Кишило, вставай. Фу, осталось немножко. Два босса. Сейчас я мертвым притворюсь, там ресните меня. Да не надо. Ну или одного моба тогда убить надо. Даже для интерес будет убить. Да, активируй. Надо вернуться, меня похилить, наверное. Ну ладно. Сейчас сдох. Блин, ты так и активировал, да? Черт. Один. Так. Тогда можно сделать нам ачиво сейчас с трэшем. Здесь нужен ВЦ.
использовать эту способность. Скажу, вот это. Кому-то надо вообще? Кто-то желает? Ну, вот есть желание это сделать. Как Герасимовна все согласила. Нам надо ДЦ. Вот есть ДЦ? То без ДЦ мы не сделаем. Ну, наверное, еще надо БУ ДД добавить. Блин, нас и танков-то нет. Да хотя бы 4. Пемпер, что предлагаешь? Надо здесь 4 танка на ачивку, да? Там просто далеко встать надо от них. Можно их 2 танка делать. Можно их просто поконтролить. Роги, например, вары, ШП, фиры там, циклоны и так далее. Сейчас посмотрим. Хуйня в том, что... Не в том, что у нас немного слабоват рейд для этого. Когда пилишь 3-4 танка. И хилов побольше. Да там захуярит рейд просто. А, 9 стара, всё, да, надо. Там, 9... там все равно не ваншотнет, потому что висит этот... От фрейда. Да, я согласен, можно это... Так сделать. Просто даем и заливаем, и все, без проблем. Так, погнали. Танки погнали, я покину. Капельку на Войда. Миленькие молодцы, что туда пошли. Прощайте, миленькие, наверное. Сакра есть? Прижимаю сакру. Каплю на Войда. Ой, вот не бой. Она сейчас кончится. Прощай, мана. Ждите. Дайте отпить. Ману надо сейчас отпить, подожди. Хотя да, агри уже, ладно, агри. Мана есть уже. Так. Что будем здесь на этой... На этом боссе делать-то, а? После зерк. Да, милики, давайте. Вихрем по 10 мобам, которые не напулены. Так, все, нужно вставать. Не достаю, слишком далеко. Так, Исландия сравняла. Если Исландия забьет еще один, она выйдет на 8. А, не выйдет. Надо Аргентине побеждать тогда. Вы видите эти буровые стержни, которые пускают мод безликий ужас? Посмотрите сейчас внимательно. Сейчас он пустит опять. Блин, что он не пускает уже?
Оу, они не пустил. Мы сейчас смотрим. Оп. Видите, смотрите. Оп. Буровой стержень пошел. Такой летит, летит. От него надо отбегать. Такой же будет пускать и босс. Ах, бля, у нас тут еще и с наполом беда, ё-моё. Не бей. Заходи на БДК, если это поможет. Да зачем? Как у нас? Не, ну давай так тогда пробуем. Не заходи. Чек на пол. Интерлюд, ты тут? Единственное, что тут слишком не убивает. Бит устал, наверное, без него тогда пойдем. А, подождите, давайте на рейндж, что ли, выйдем еще. Так, все РДД встали в звезду, милики под босса. Будем за звездочкой двигаться. Только не надо бить, пока он не сагрится на меня, тут у него агро нету, он не таунтится. Да. Секунд 10 не бейте там. Все, он агри. Нужно ваша смерть возвести. Классно напулил. Бегайте от лужи. Так, я понял, ребята. Просто бейте босса, короче. Забегайте в эту лужу. Орляпов, поднимай кисика. Отбежали от лужи. Хорош, антихам. Альпиш, убегай с меткой. Отбежали от копья. Блин, теперь я улетаю, капец. Поднимай кишилу. Первой пати. Опять копье на мне. Так, на пуле найти шило. Чё, может рост дать? Давай рост. Бейте пары сиронитовы, они регенят ману. О, отбегайте от Узумаки, отбеги. Не дома. Капец, ты отхилила босса, конечно. Бабл, прожми, как огурчик, бабл. Ро. Жми не глыбу, суслятина. Ну видишь, били на изи просто топ рейд. Четко же сюда. Так, короче, какой-то хлам, если кому-то надо, плюс нити там время не тратить. Так, на йога. Что будем делать или не? Пипер. Да ну их пизда. Ладно, давайте просто убьем чек на пул. Так,
там такие зеленые лучи будут, надо в них будет заходить. Слушайте, рыба. После каждой комнаты. Давайте, кто хочет в порталы, плюсик поставьте. Так, сейчас я покидаю вас в вторую пати. Я тоже буду заходить. Короче, сявка, тоже в порталы заходите. Дорн, Седли. Не Седли, оставайся. Короче, все заходите в порталы, кроме хилов. Чек на пол. Да, те в танке. Давайте, первая фаза, просто стоим в звезде. Милики не бегут к мобам, просто стоят, курят. Мы стоим в звезде. РДД бьют мобов. Все, стоим просто в звезде. Видите, ну, у вас появились стаки там 100. 100 цифра. Если у вас будет 0, то вы умрете. Так надо восполнять в этих лучах зеленых. Это вы посмотрите в комнате, их очень много. Туда надо просто забежать и подождать, пока будет 100 стаков. И все. Так, там Аргентина 2-1. Плохо, конечно. Дайте бафы по шаману и наразлить Андриксу. Это не та Сара, которую надо целовать, там появится другая. Так, смотрите, видите большие щупальца, их бьют только РДД. Милики бьют только мелких. Смотри, медведь болтается как. Давайте быстрее щупальца. О, подожди, надо поцеловать. Целовать. Да, у меня походу чего есть. Давайте, милики, бейте мелкие щупальца. Мемерон дает хасту, скорость передвижения 20%. ТД, сбегись с пехотинцем. Видите, на вас луч, вам надо сбежаться. Вы умрете сейчас, господи боже мой. Пехотинец, проснись. Проснись, ты обкакался. Сбежись, пожалуй. Теперь сбегитесь в эти лучи. О, не в лучи, я не про те лучи говорил. Игрушка на елке. Давайте, в порталы все зашли. Блять, про диспельте ебаный урод. Не диспелит никто, нихуя, что-то вообще пиздец. Вороти. Все, пошли бить моба. Давать рост, Пеппер, или не, как думаешь? Все равно вторая комната будет, не давай. Да на последний, конечно. Орляпов, поднимешь фрешблада? Так, выходим с комнаты, пополняйте здравомыслие, сейчас в этих красных лучах. Орляпов, поднимай фрешблада, красава, Орляпов. Я ТД у меня было. Бля, убейте вот этого Орляпова звезду, или, наверное, можно кикнуть его, а то он сейчас убьет нас всех.
центре мелко. Давайте в порталы заходим все. О, супер комната. Звезду надо слить. У нас повайпает. Попробуйте побить. Хилиться еще по спине. Вон тяжело, идите бейте все большое. Блять, один портал. Два портала не зашли в комнату. Пойду помогу вам. Сколько там до выхода? Переведем сейчас, да? 18. 20. Чувак, это в 3. 20 человек. Выходим. Выходим все. Давайте рост. Когда рост? Я уже прожал его, короче. Отворачивайтесь от лучей, пополняйте здравомыслие там. Сейчас выпадет башка, если убьем босса. Там типа еще пальцем два тела. Бейте босса, не щупаются, пацаны. Кстати. Да, там уже как-то дышится. 40 секунд. Милики, мобов заливать. Бля, так долго. Мы можем еще вайпнуться, кстати. Кубка секунд. 18. Дайте, пожалуйста, гимноманы. Давай вульдрим с рост. Бейте мобов до 1%. Их вторим добьет. Бля, я думал, ты шутишь, что вторим добивает. Реально добивает. А на плюс 0 они бессмертные. Так, Аргентина в финале. Капец, блядь, это какой-то шалажный вин с таким составом, блядь. Минус 3, так не, минус 3, еще минус 4 с, почти с плод. Давайте, голову сейчас паролем, голову паролем. А, голова что-то не выпала, тогда в следующий раз выпадет. Как он называется? Вася заслужил. Слезы, почти слезы. Это надо кому? Топовое кольцо на ЦК-25Р. Покоритель ролим. Сука, да? Не кидайте. Наляпов невнимательный человек. В комнате не вышел. Поэтому держи покоритель, мантия, она тебе поможет. Это реакция повысится у тебя. Завоеватель кому-то надо. Давай тебе Сэрли. Че, рецепты будем ролить или я их себе забираю? Забирай,
Давай, ладно, кто-то хочет, я забрал, давайте проголосуем. Если кто хочет паролить, нажимайте да, кто нет, нажимайте нет. Так. 5 человек против. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 за. Ну давайте паролим тогда. Так. Давайте вот это ролим. Безоговорочная победа Антихама. А мне отдает. Спасибо, братан. Так, что там еще надо разрулить? Где там второй Рец? Вот этот еще ролим. 70-98 Void Beast. Красава, ребята. Кому понравились рейды, вступайте в нашу гильдию. Че, это самое? Слезы, да, ЕП. А слезы? Да, давай уже завтра убьем это. Так, пожалуйста, скажите, кто был не с нуля в этом рейде? Накину вам точно ЕП. С какого ты босса была? Сойдет. Ладно, давайте 3К накинем. Так, нуар. 25. Всем спасибо. Первый льда за 2 месяца. Чуть-чуть за день.